Здравствуйте, вы на канале Волкодава 05. Сегодня с утра пораньше принесли игрушки для собак. Да, друзья, абсолютно верно, игрушки. Вот такой огромный коленный сустав. Вот еще такой же. Вот кость с бедра. Вот такие трубчатые кости, полностью забитые костным мозгом. Для чего они нужны? У меня их уже набралось небольшой морозильник. Для чего они нужны? Нужны для того, чтобы щенки игрались с ними, грызли. И взрослые собаки тоже их любят очень сильно погрызть. Самый большой плюс вот этих костей, что, смотрите, вот их срезы топорами, видимо, уже не работают, и ни одного осколка здесь нету. Это очень хорошо, и вот нету риска, что щенок проглотит мелкую косточку, или взрослая собака проглотит мелкую косточку. Они его будут грызть до последнего. Что из него еще можно сделать? Да много чего. Просто закиньте в большую кастрюлю, отварите 5-6 часов. Будет сильно наваристый, хороший бульон. Пускай наслаждаются, кушают на здоровье. Щенкам много не давайте, потому что если она будет очень жирная, и щенки не смогут прям остановиться вовремя, они начинают кушать много-много-много, и потом у них начнется расстройство. А вот взрослые собаки хорошо справляются, их желудки, расстройств у них не бывает. Щенок, если получит несколько раз расстройство, будет отставать в развитии. Этого не допускайте. А так, у кого есть возможность постоянно приобретать вот такие косточки, да, давайте прям вот эти колени вот так целиком. Пускай грызут себе. Многие жалуются, собаки воют, собаки лают по ночам беспричинно. Вот давайте такие косточки, пускай отвлекаются и грызут. На самом деле это очень хороший способ отвлечь щенка от всяких лаев, от посторонних всяких шумов, на что они реагируют без конца. Есть собаки, которые ноль внимания, есть собаки, на каждый шум реагируют. Вот такие косточки, выход из положения. Друзья, вы смотрите канал Волкодава 05. Спонтанное видео я вам снял сегодня с утра. Делитесь видеороликами, кормите собак правильно. Не давайте всякие каши, там рис, макароны. Забудьте про это не еда. Сейчас в последнее время все чаще и чаще вижу, как люди кормят своих собак. То рис дают, то гречку дают, то всякие разнообразные. Я понимаю, когда щенки маленькие, там двухмесячные, там можно чуть дать. А взрослым собакам, друзья, макароны, рис, каши — это не еда. Кормите правильно. Кормите субпродуктами. Отходы сейчас везде есть, продаются. Лучше содержать двух собак и правильно их кормить, чем 5 собак их не докармливать. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами. Всем добра, удачи!